Ты думаешь, я чувствовал сожаление, когда смотрел на причиненные разрушения? Или спокойно принял то, что этот мир можно так быстро превратить из доброго мира в ад? В этот момент я думал только об одном — о чести и славе, которую я принесу своему отцу, сражаясь как воин в своей первой битве. Многие в те дни искали честь и славу на поле боя, чтобы их король мог сказать им: «Вы самый великий из моих воинов». Но в то мгновение, когда мой меч окрасился кровью, я понял — это не мой путь. Я заслужу признание своего отца не убийствами, а тем, что стану первым, кто найдет сокровищницу Магараджи и то, что она скрывает. Ah!
Ты хочешь, чтобы я продолжил свою историю с этого места, когда мы прервемся в следующий раз? И вот он лежит, вне досягаемости. Кинжал времени. Там находится сокровище, которое я носил бы с гордостью, как трофей, свидетельствующий о нашей победе. И если бы я только мог добраться туда. Я получил то, зачем пришел. Пришло время уходить. Сейчас.